Один из крупнейших контейнеровозов в мире, принадлежащий китайской судоходной компании, сел на мель на реке Эльбе по пути в порт Гамбурга. Попытки сдвинуть его с места в пятницу успехом не увенчались. Несмотря на внушительные габариты, а длина контейнеровоза составляет почти 400 метров, инцидент не стал препятствием для движения по Эльбе других судов.